Всем привет! У меня на компьютере, где установлен Windows 8, начал вылетать интернет. Вылетал он именно на этом компьютере, на всех остальных устройствах работал нормально, бесперебойно. Поняв, что причина непосредственно в самих настройках компьютера, в самом компьютере, я решила с этим разобраться. Заходим в панель управления. Здесь заходим в систему и безопасность, электропитание, настройка схемы электропитания, нажимаем на нее, изменить дополнительные параметры питания, находим параметры адаптера беспроводной сети, нажимаем на плюсик, и вот здесь в режиме энергосбережения и от батареи, и от сети устанавливаем максимальная производительность. Тут у нас несколько подпунктов, ставим именно максимальную производительность. Нажимаем на кнопочку «Применить» и «Ок». После этого, в принципе, у вас все должно быть нормальным. Но если после этого у вас продолжает вылетать интернет, выполняем второе. Заходим опять же в панель управления и здесь заходим в систему. Находим диспетчер устройств. Здесь находим сетевые адаптеры. Беспроводной сетевой адаптер. По нему клацаем два раза мышкой. Появится вот такое окошко. Здесь заходим во вкладку управления электропитанием. И если вот здесь у вас стоит галочка, мы ее убираем, то есть окошко оставляем пустым. Нажимаем на ОК. Все, ваша проблема устранена. Если и после этого на вашем компьютере вылетает интернет, то значит у вас полетело железо. Компьютер надо ремонтировать. Если видео было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.